Бексот Джиянов – боец из Афганистана по прозвищу «Афганский воин». Спокоен, опрометчиво не бросается на соперника, хорошо действует на контратаках, предпочитает работу в стойке. Специализируется на кикбоксинге и муай-тай. В этих видах единоборств добился значительных успехов, стал чемпионом Азии по кикбоксингу, серебряным призером чемпионата мира по муай-таю среди профессионалов. Победитель национального турнира по муай-тай в Таиланде в 2011 году. 27 июня 2014 года выиграл Кубок Короля Таиланда по муай-тай среди профессионалов. Обладает нокаутирующим ударом. В 17 боях одержал 15 побед, причем 12 из них нокаутами. Выиграл турниры MMA Alash Pride Selection номер 2 и номер 3. В России принял участие в четвертом турнире Absolute Championship Беркут, где проиграл представителю Чечни Зелимхану Умиеву из клуба Беркут. Это первое поражение Бексота Джиянова в карьере бойца смешанных единоборств. Бексот Джиянов, Афганистан.